19 ноября 2017 года на территории СОЖ номер 1 аула Кашихабль открылись вторые, надеюсь, уже традиционные соревнования по спортивному туризму на искусственном рельефе, посвященные памяти тренера, учителя Ардокова Айдамиркана Джарасланович. Айдамиркан Джарасланович всю свою сознательную педагогическую жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения, воспитанию детей, обучал их не только туризму, но и азам физической культуры. И сегодня мы чтим память этого педагога. 107 спортсменов со всей республики Адыгея и Краснодарского края собрались в спортзале Кашихабльской школы номер 1 для того, чтобы выяснить, кто из них сильнейший, разыграть комплект медалей и определить победителя этих соревнований. Хотелось бы лично вот судейской коллегии выразить благодарность администрации средней школы номер 1 аула Кашихабль за предоставленную возможность проведения данных соревнований. Ну и также администрации муниципального образования Кашихабльский район, которая поддержала данную инициативу и тоже оказала посильную помощь в организации проведения данных стартов. Уровень мастерства участников был достаточно высоким. По результатам соревнований среди наших спортсменов призерами в своих весовых категориях стали Муртаз Киржинов и Данил Семенов. Ребята были награждены дипломами и грамотами.